Так печально Бореля закончил свой век. Но мы зато знаем теперь. Сны сбываются не так, как их видят, а так, как их толкуют. Поэтому, увидев дурной сон, очень важно, чтобы вы дали ему самое благоприятное толкование. А чтобы никто не смог толковать ваши сны неблагоприятно, не рассказывайте о них никому. Разве что самым близким и преданным людям. Это была одна рекомендация. А сейчас будут другие. О том, как вообще правильно спать. Человек спит для того, чтобы его сознание и его тело отдохнули, и чтобы он не заболел, что привело бы к его невозможности служить Творцу. Получается, что сон – это вид служения Богу. Рамбам, Мишне Тора, Закон о нравах, 3.11. В сутках есть 24 часа. Достаточно человеку спать 1/3 от этого, то есть 8 часов. И должны эти 8 часов приходиться на конец ночи таким образом, чтобы от начала сна до восхода солнца было 8 часов. Тогда получается, что человек встает с постели до восхода солнца. Рамбам, Мишне Тора, Закон о нравах, 4.6. Человек не должен спать ни лежа на животе, ни лежа на спине, а только лежа на боку. В начале ночи на левом боку, а в конце ночи на правом. И не следует ложиться спать сразу после еды. Но нужно подождать после еды 3-4 часа. Рамбам, Мишне Тора, Закон о нравах, 4.7. Итак, оказывается, сон – дело очень важное. И мы продолжаем выяснять тайную подоплеку наших снов с духовным терапевтом Ефимом Смирским. Ефим, мы сейчас видели советы Рамбама, но Рамбам, помимо того, что был большим мудрецом, еще был и врачом. Поэтому его советы проникнуты, так сказать, заботой о здоровье, о пищеварении, поэтому важно, на каком боку засыпать, на каком просыпаться, ибо если, не дай бог, проблемы со здоровьем, то и кошмары могут сниться. Но мы с вами говорим о дурных снах другого рода, о дурных предзнаменованиях. Итак, предзнаменованиях. Так что делать, когда человеку приснился такой сон? Куда ему пойти все-таки? Как его истолковать? Ну, в первую очередь, если мы говорим о еврейских источниках, то, конечно, нужно идти к Мекубалим, то есть идти к людям, которые действительно очень серьезно, значит, в Торе и понимают значение. Но, на самом деле, я вам скажу следующее, что наши методики, которыми я пользуюсь, они позволяют открыть подсознание человеку, и вместо того, чтобы интерпретировать сон, дать возможность подсознанию просто сказать человеку, а что подсознание хотело ему сказать, нарисовать. И для меня сегодня, мне кажется, это наиболее удачный, если хотите, и безопасный способ. То есть мы много работаем со снами, и мы много просто-напросто, как мы уже сказали, даем возможность человеку открыть свое же собственное подсознание и понять, что подсознание хотело человеку сказать, а уже потом даем рекомендации или вместе думаем, что делать по этому поводу. Подсознание или послание свыше? Дело или в том, что мы сейчас говорим, да, мы говорим о снах, которые приходят из нашего подсознания, которые показывают нам, а что на самом деле наше подсознание хотело нам сказать о том, что мы чувствуем, о том, что мы переживаем. Очень часто сегодня люди не в ладах со своими собственными эмоциями и не знают, как то или иное событие, например, на них влияет эмоционально. И сон как раз это попытка проработать некую тревожную эмоцию, которая есть у человека. Если сон повторяется, то это значит, что подсознание действительно работает еще раз, хочет помочь человеку проработать какую-то проблему, человек ее не понимает, и поэтому возвращается к ней еще и еще раз. И такие сны, тем более, очень важно именно проработать, а не интерпретировать. Проработать со специалистом. Вы можете привести какой-то пример из вашей практики? Ну, таких примеров достаточно много. Вот ко мне пришла женщина, и она, кстати, ее сон был, что ее выбросили с балкона. О, Господи, с какого этажа? Она упала,
не так важно было, с какого этажа, но что она упала, встала и, тем не менее, пошла. Угу. Вот. И как выяснилось, значит, что у ее мужа обнаружили серьезное заболевание. И для нее это вот было, как если бы вдруг она потеряла опору, понимаете, то есть вот такое вот выбрасывание с балкона, такая травма. Но потом, продумав все-таки, она увидела, что она может выстоять, она может идти дальше, и что как бы она не разбилась в результате этого. Очень интересно. Понимаете, да? Я читала ваши книги и прочла там, что иногда сон может сигнализировать не о проблемах психологических этой жизни, а, например, о каком-то воспоминании из прошлой жизни. Бывает и такое? Да, это бывает. Дело в том, что если, например, какие-то проблемы у человека начались в прошлой жизни, и он уже готов их проработать, то очень часто, ну, поскольку нет достаточно специалистов, как мы понимаем, Творец посылает ему это во сне. То есть он во сне видит свою прошлую жизнь как бы как сон, а поскольку во сне мы с вами чувствуем, переживаем и так далее, то ему создается возможность пережить проблему во сне. В любом случае, я так понимаю, что лучше сны не игнорировать. Либо уже истолковать как-нибудь к хорошему, либо, если действительно они повторяются, они тревожные, пойти к специалисту и помочь своей психологии раскрепоститься и, в общем, как-то помочь тебе изменить свою судьбу. Да. Но сегодня, как я уже сказал, лучше всего не пытаться интерпретировать, а дать возможность своему подсознанию дать тебе информацию, которую... Спасибо вам большое за эти разъяснения, за ту деятельность, которую вы ведете и помогаете людям. Ну, а мы пока перейдем к последней на сегодня теме, к тайне самого первого сна на нашей планете. Сегодня мы много говорили о снах. А знаете ли вы, кто и когда видел самый первый сон? Вдумчивым читателям Торы не будет сложно припомнить о первом на планете сне, который настиг самого первого человека, Адама, в самый первый день его творения, в райском саду. А помните ли вы, чего это вдруг Адам заснул? Ну, конечно, ведь об этом сообщает Тора. «И навел Господь Бог крепкий сон на человека, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл плотью то место». И перестроил Господь Бог ребро, которое взял у человека, в женщину, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Это кость от моих костей, и плоть от плоти моей. Она будет называться Иша, женщина, ибо от Иш, мужчины, взята она». Итак, первый сон был вызван искусственно и являлся прообразом современного общего наркоза. Но задумывались ли вы, зачем Богу понадобились такие сложности? Он ведь мог создать подругу Адаму запросто и тем же способом, каким создал самого Адама, замесить его тело из праха земного. Вот, например, животных Бог сразу творил по паре. Но нет. Он, как свидетельствует Тора, изначально создал человека, состоящего из двух сущностей, мужской и женской. И сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил он их. Это значит, что Адам и Хава были сначала одним телом, и лишь потом Творец разделил его на две части. Зачем? Очень просто. Животные могут спариваться без всякой сущностной личностной связи, подчиняясь лишь физиологии. Не так обстоит дело с человеком. Его душа изначально объединена с душой его единственной половины, которую в результате более или менее длительных поисков ему суждено обрести. И только с ней он может быть счастливым, как Адам и Хава, созданные друг для друга. Осталось только выяснить, из чего, собственно, была изготовлена женщина. Да как из чего, спросите вы? Всем же известно, что из ребра. Так-то так. Только вот что означает слово «ребро»? Как и в русском языке, ивритский его аналог может означать как часть скелета, так и такое геометрическое понятие, как грань, сторона. По одной из версий еврейских мудрецов, материалом для изготовления женщины действительно явилось ребро Адама. Причем предусмотрительный Творец изначально создал первого человека с лишним 13-м ребром. Почему именно ребро? Потому что оно, впрочем, как и другие кости, скрыто от глаз. И в этом есть указание женщине. Главное ее качество – скромность. И ей нужно скрывать от глаз публики свое тело. Но более распространена другая версия. Хава была создана не из ребра Адама, а из его стороны. Согласно этой гипотезе, человек изначально был создан андрогином, двуполым существом, в котором мужская и женская часть были присоединены друг к другу спинами. После же операции, проведенной человеку во время сна, половины оказались разделенными и готовыми к новому, гораздо более полному и волнующему соединению. Короче говоря, первый сон был послан в этот мир во имя любви. И хотя я не знаю, что именно снилось в тот момент Адаму, вам я желаю видеть только хорошие сны. И любите друг друга. Все, на этом я прощаюсь с вами. До свидания.
и Шаббат шалом.